Рок. Ну что, Рок? Чего? Вы видите же в масках? Выглядишь как полный идиот. Так, ну вас нахуй. Когда закончим, пусть она меня опознает. Мне насрать. Хочешь работать профессионально, так куда там? Маска тебе идет. Нет, ну и нахуй. Заткнитесь, блядь. Отлично выглядишь, одевайте. Не страшно, просто ебануться. Эй, Рок, как ты в целом? Она была здесь, когда все произошло. Она может их опознать? Нет. Они были в масках. Разумеется. Закричишь — убью. Какой он кабинка? Не прикидывайся, блядь, будто не знаешь, о ком я. Не говори так со мной, маленькая грязная девчонка. О да, дай папочке. Пидор ненормальный. Сколько? Трое. Но стреляли? Наполним душами ее, да будет так. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Нашу симпатичную вчерашнюю версию пристрелили нахер. Здесь происходит что-то новенькое. С танцовщицей мы выяснили, что целью был мужчина в средней кабинке. Когда они его замочили, она вырубилась. Хули ты там делаешь? Я и заплачу. Откуда две лишние жертвы? Свидетели. Они не могли видеть. Позвольте просветить вас, джентльмены, насчет некоторых особенностей порноиндустрии, поскольку я уверен в том, что вы никогда не бывали в подобных заведениях. Мужчина заходит в кабинку и просовывает деньги в щель. Танцовщица с другой стороны забирает купюр. Она нажимает на кнопку, и штука поднимается. Теперь их разделяет только стекло. Ну и далее, пока не устанет рука. Эти шторки были закрыты. А это значит, они заглянули внутрь через глазки, увидели клиентов, подняли шторки изнутри и впав прямо через стекло. Зачем? Это тут просто сборище подонков. Надо заезжать сюда раз в неделю и проводить зачистку. Возможно, убитых что-то объединяло. Нет, этот авторитетный парень, а это просто уличные подонки. Значит, именно это их и объединяло. Все они плохие парни. А теперь они мертвые плохие парни. Ребята, давайте я их замочу. Я такой придурок. Надо реабилитироваться за сиську. Отказать. Я ждал этого мудака. Да чего ты? Дай ему стрельнуть. Все серьезно, Рок. Плохой человек. Мертвый человек. Меткие выстрелы. Херовые выстрелы. Плюс. Классическая версия полета пули при убийстве Кеннеди. Было два пистолета. Парня в средней кабинке убили из обоих. И этого парня, его убили пулями только из пистолета А. А вот этого из пистолета Б. Но эксперты выковырили из стены две пули из пистолета Б. Хотя жертву убили из пистолета А. И то же самое здесь. Почему такой перехлёст? Хуйня какая-то. Ничего не понимаю. Господи, я больше думать не могу. То, что случилось сегодня в кафе, меня просто доконало. А что там случилось? Да, какой-то кадр устроил бойню в кафе. Средь бела дня застрелил троих и смылся. Никаких зацепок.
Почему об этом не сообщили мне? Да никакой связи. Парень стрелял из 38-го калибра. Никаких монеток, чистый любитель. А кто жертвы? Пара мафиозных солдат, да невъебенно жирный бармен. Ну разве не прелесть? В Бостоне валят всех негодяев без разбора, а ты не видишь связи. Гринли, когда я захочу, чтобы полиция Бостона подумала за меня, у меня, блядь, будет бирка на пальце ноги. Быстро патрульную машину сюда и бегом отвезти меня в кафе. Приготовить снимки места происшествия и показания свидетелей. Похоже, у нас появился ковбой.